Как обстановка вот здесь, на этом участке? Насколько серьезная, насколько сложная? Зона находится под ярким обстрелом. И около 100-150 метров от завода. То есть Азовсталь рядом? Да, вот. Остается последняя высотка и все. Южные ворота. И потом будете уже штурмовать? Да, конечно. А, как известно, есть данные, остались ли в ВСУ, именно военнослужащие украинской армии? Вот это был прилет, только что. Все целы, парни? Человека ранило, как вы видите. Все целы, как? Что, ранение? Я один. Зимний взяли нормально. Ранение сейчас легкое. Это мина, скорее всего, была или РПГ? Это танковый снаряд. А, это танк выстрелил, да. Понятно. Но у вас потерь нет, все хорошо. Нет. Вообще, лично в составе, без царапины. Чеченская республика, как всегда, показывает очень высокий класс. Высший уровень класса, да. Когда будете Азовсталь брать? В ближайшее время, кратчайшее. Есть ли какое-то обращение к националистам Азова? Что вы, быть может, хотите им передать? Да, конечно. Нам до этого дня говорили, что приезжайте, что в прицеле лучше видно кавказцев и бородатых, все будем. И то, другое с нами вытворять. Сейчас мы приехали, мы никого не видим. Как не люди они выступали, как крысы сейчас бегут. Лично нам сопротивление с ними не доводилось встречаться. Вот так.